Если у вас есть ручки, тогда хлопайте в ладоши. Для вас поет Каменских и Настя, и Потапенко Алеша. Break it down, bitch! Потап раньше был такой простой, сейчас он стал грубый и пафосный. Он-то обижает то Могилевскую, то Седокову. Ты чего, Потап? А что такое, что нельзя нормальный вопрос задать? Грубо, я, что, не приходит никаких... Просто я стал богатым и популярным, и поэтому... пафосным мудаком. А они так всегда все время ведут, кстати, я вам скажу. Это еще неплохо. Если вы не понимаете, где граница юмора, если вы не понимаете, что всем нужно развиваться, и простой парень не может быть играть всегда простого. Я играл простого парня, а за спиной у меня всегда было два высших образования. Ну какой же Новый год без даты? Без даты! Дата у нас есть! 31 на 1-е! Ну а как без Насти и Потапа? Как же без Потапа будем танцевать? Настроение волшебное! Певец из Потапа такой себе. Режиссер тоже не очень. Может быть, ты был бы просто продюсером и хватит, а то одной жубой на все стулья не сядешь. Да, правильно. Именно поэтому я один из самых главных тут суперзвезд в Украине. Потому что такой себе певец и такой себе режиссер. А я и не скрываю, да. Если бы я умел петь, я бы так пел и, может быть, гораздо меньше зарабатывал на этом. Или если бы умел снимать, я бы снимал сейчас кино. И тоже меньше зарабатывал бы на этом. А с другой стороны, мне так нравится то, что я делаю. Я так стараюсь, я так честно хочу вам понравиться своим пением и своей режиссурой, что у меня, наверное, получается. Спасибо, хрен вам, я еще кино сниму, и вы будете его смотреть. Мы полетали, повидали много стран по свету. Все стали словно роботы, и понял я такую вещь. Мы все одно село, нам очень повезло. Мы знаем всех в лицо. А Каменских и Потап вместе прославились. А теперь где она? Стали звездами и все? Бедненькая Настя ездит на крутой машине, зарабатывает кучу денег. Так некрасиво с ней поступал я всегда. По поводу Насти я хочу сказать, что дуэт живет. Новый клип «Выкрутасы», новый альбом в этом году, куча клипов. Куча песен, новая концертная программа. 5 лет в этом году Потап и Настя. Громадный концерт в мае. Вот вам, Настя, пожалуйста, хотели, нате. Только потом не говорите, чтобы я забрал ее обратно. Ну, в смысле, с экрана. Когда она вас окончательно. А море пенится, пенится, пенится. Я не понимаю, что это за Потап и его команда. Толпа неизвестных людей пляшет на сцене. С таким же успехом можно нагнать массовку. Вам что, деньги некуда девать? Да, просто вообще некуда вкладывать бабки. А вам именно известная толпа людей нужна для того, чтобы вам понравилось? Скажите, пожалуйста, мы возьмем. Хотите, я Потап и его команду возьму еще на подпевку Козловского и Рыбака? Вам больше понравится? Или кем себя окружить, чтобы вам понравилось? Нет, это просто творчество. Мы просто люди, друзья. Мы собираемся и пишем песни. Мы никому ничего не должны. И ничего не пытаемся доказать. Это просто песни, музыка. Вам нравится? Нравится. Не нравится? До свидос.